Привет! Сегодня у нас будет история от моей подписчицы, сейчас я ее зачитаю. Потом мы с вами ее обсудим, я буду ждать ваших комментариев на эту тему. Интересно, что вы подумаете, девушка, в принципе, тоже ждет вашей реакции. Но это более сегодня такое не отношение, а межличностный конфликт самого человека. Бывает, смотрю ваши видео и думаю, ну, со мной-то такого точно не произойдет, но случилось так, что теперь и мне нужна помощь, а я вам доверяю. Мне 30 лет, я живу в маленьком городе, где особенно нет работы и перспектив. Я всегда хотела и до сих пор хочу уехать отсюда куда-нибудь к морю, в теплую страну, и у меня были такие попытки, которые не удались. Я 6 лет проработала в туризме гидом, в разных странах, много путешествовала, и мне безумно нравится эта работа. Но есть минусы, невозможно построить личную жизнь, а я не хочу всю жизнь заводить курортные романы. Но случилось так, что в своем городе я встретила мужчину, и уже 2 года мы вместе. Я решила осесть дома, быть с ним, вести более стабильную жизнь, может быть, даже завести семью, но поскольку здесь я не могу найти работу по специальности, меня все больше посещают мысли снова уехать работать в другую страну, чтобы снова жить полной жизнью, радоваться каждому дню. Здесь же я почти постоянно пребываю в меланхолии, мне не нравятся люди, климат, природа, то, что нет работы и так далее. Мне приходят разные предложения за рубежом, я их отклоняю. Можно было бы поехать работать только на сезон, но на несколько месяцев, но все-таки отношения на расстоянии это не для меня. И если я соглашусь на переезд, то это будет окончательный разрыв наших отношений, чего я тоже не хочу. Немножко расскажу о своем мужчине. Старше меня на 4 года. Он работает на себя в сфере бухгалтерии, разведен, у него есть дочка 12 лет. Конечно, много денег он не зарабатывает, но клиенты есть. Как видно, его здесь многие многое держат, и пока он не готов уехать со мной куда-то, хотя и не отвергает до конца эту мысль. Мы много говорим об этом, но для него главная проблема, чем он там будет заниматься. Я его прекрасно понимаю, ему есть что терять. Когда мы только начали встречаться, он знал про мой образ жизни, то, что здесь я жить не хочу, и у нас были серьезные разговоры об этом. Он сказал, что если мне здесь плохо, я хочу уехать, то не имеет права меня держать. Но мне хорошо с ним, я бы очень хотела построить с ним семью, завести ребенка, у нас замечательные отношения, у нас нет ссор, всего прочего, и все идет достаточно ровно и спокойно. Я знаю, что он будет хорошим отцом, мужем, но в то же время и себя я не знаю, однажды мне это тоже надоест, я брошу все, и, возможно, я уеду навстречу этим приключениям. Меня разрывает между тем, чтобы остаться здесь, мечтая о том, как бы я хотела жить по-другому, но с любимым человеком. Если же бросить любимого мужчину ради призрачной погони за счастьем в другой стране. Я боюсь, что не смогу там встретить того, с кем бы я так хотела построить семью. Боюсь, что проведу всю свою жизнь в сожалении и от того, что однажды решила бросить хорошую стабильную жизнь. И вот такие мысли одолевают меня уже давно. Жить нормальной жизнью, завести семью в ущерб своей мечте. Все-таки думать только о себе и рискнуть, не знаю, будет ли это лучше для меня. Галина, я не жду, что вы вот так вот решите мою проблему, но надеюсь услышать ваше мнение и совет, который мне поможет просто принять решение. Да, я с удовольствием отвечу. Это межличностный конфликт ваш внутренний, какой-то определенный кризис. И это не тот человек, с которым вы действительно хотите завести семью, детей и быть счастливым. Потому что если вам это так, как вы описываете, нравится, вы этого хотите, желаете, вот, блин, ваша цель вот, стать матерью семейства, вы бы это сделали. Но вы с ним нет. Вы не замужем, детей у вас еще нет, но вы как будто бы это хотите. Я думаю, что это проблема, я чисто предполагаю, информации очень мало, это если вам позадавать наводящие вопросы, вы на это ответите. Мне кажется, что проблема в том, этот образ и желание материнства и всего прочего, он более вам какой-то стереотипно навешен вашими, может быть, родителями, общим веянием социальным вокруг вас жизни и все прочее. Просто если бы вы хотели, и вам уже 30 лет, вы бы это уже сделали, но вы по каким-то причинам этого боитесь. Возможно, это какая-то такая социальная отмазка, отговорка для себя самой. Вы обманываете, не люди виноваты или кто-то там вокруг. Вы для себя самой вот эту образ социально приемлемого человека, женщины 30 лет, там семья, дети, все, я так хочу, но где? Почему вы это не сделали? Если вы так утверждаете, что это тот человек, мужчина, с которым вы этого хотите, вы как бы сказали, я даже сомневаюсь, может быть, я уже не найду такого человека, с которым бы я хотела, заведите семью с ним, но вы этого не сделали. И если вы даже скажете, ой, да мы мало встречаемся, но есть вообще-то, когда действительно люди схожи, они вот так вот как пазлы встают, они через месяц, через 3 женятся, рожают детей, то есть дело-то не во времени, опять же, время это будет только отмазка какая-то и оправдание. Просто вы внутри себя чувствуете, что
вам эта схема поведения семейно-ролевая такая детская, скорее всего, немножко не по душе. Вы говорите о том, что у меня внутри желание приключений, я хочу другой жизни, мне здесь ничего не устраивает. Но есть определенная роль типа матери, приемлемая, ну, такая хорошая для будущего и всего прочего, для задел такой. Я вот ломаюсь, что же мне выбрать? Ну, значит, у вас внутри есть вот этот бунт, вот он, ваша межличностная внутренняя... У вас две личности, да, и у вас... Вы не знаете, как правильно сделать так, как вы хотите... с будущим заделом, чтобы быть, ну, матерью успешной, прикрыть свои тылы, сидеть всю жизнь, например, за мужем работать, я имею в виду семейный очаг вот этот создаватель, а у вас жажда приключений, вас что-то еще, вы еще не нагулялись, не отпустило вас это, и вот в этом конфликт идет, и вы себя сейчас пытаетесь переубедить в том, что это нормально, вот эта приемлемая модель материнства, я имею в виду общей успешной женщины, там, после 30, да, это социально приемлемо, вы себя убеждаете, пытаетесь побороть свой бунт внутренний и навязываете себе, что это вот так. Вообще вот эта жажда приключений, бунт, две причины может быть. Первое, ваша личная нелюбовь к себе, от этого нелюбовь к окружающим, к людям, вы просто перечисляли, плохая погода, там, того нет, сегодня все, короче, вам вокруг не нравится, но это потому, что у вас проблемы внутриличностные, вы себя до конца не принимаете, и поэтому вам не нравится жить, вы думаете, что если вы измените вокруг себя окружающих, социум, людей, страну, ваша жизнь станет другой и лучше. Но вы заметьте, вы продолжаете здесь до сих пор жить, вот это, об этом рассуждаете, значит, вы все равно продолжаете, у вас это желание какое-то есть, но это не сама корень вот этой проблемы, если вы измените вокруг себя что-то, людей, поменяете страну, вы внутри себя от этого не примете и не полюбите проблемы, вы чем-то себя саму не устраиваете, какая-то неустроенность есть, вы собой недовольны, вот так скажу, у вас что-то с самооценкой, вы собой недовольны, либо вот это недовольство с собой вас вкладывали родители, либо какие-то родственники, от этого у вас... вот этот дисбаланс идет. И вторая причина вот этого бунта внутреннего, это непережитый кризис, бунт, может быть, подросткового периода, от сепарации от родителей, вы просто это тогда еще не пережили, вы не отделились окончательно морально от родителей, вы не были супер самостоятельны, вроде как бы жили отдельно, вот вы говорили, я путешествовала столько лет, все было там типа тара-та-та, вот я решила осесть. Либо вот это внутренний ваш подросток, он все еще бунтует. Этого тоже есть свои психологические причины, с которыми нужно разобраться. Ну вот, в принципе, это причины, какие могут быть, на мой взгляд, да. Либо это еще может быть совместно. Ваш внутренний вот этот подросток, сепарация от родителей, вы это просто кризис этот не пережили когда-то по каким-то причинам. Ну и плюс еще родители могли вам в голову закладывать, либо общество окружающее, что вот, вот очень просматривается эта модель. Быть там замужем с ребенком, с мужем, это правильно, вот так, надо, та-та-та-та-та-та-та-та-та. И... Плюс еще ты должна вот это делать, делать, делать. То, что ты, твой внутренний подросток, хочет путешествовать по другой стране, это неправильно, ненадежно. У тебя никогда, ты, может, не найдешь своего будущего мужа, не будешь счастлива, это тяжело, и тебе какие приключения, да, сядь ты на месте, не надо тебе никуда бегать. Возможно, вот эти слова вы слышали когда-то от своих каких-то близких людей, которые вам это вкладывали, и поэтому в вашей голове вот такие сомнения живут. То есть эти сомнения накладываются на... ваше внутреннее психологическое состояние непережитого подростка, и вы до сих пор идете, пытаетесь уже 10 лет, там даже 15, если в 15 лет, ну, в разный возраст этого бывает, ну, в общем, вообще говоря, 10, там, 12 лет вы пытаетесь все еще сбунтоваться, пережить этот кризис. Вот если вот причина в этом, вы что-то сейчас услышали для себя подходящее из того, что я рассказывала, то я вам советую бросить все и поехать, да. Расстаться с этим мужчиной, я не знаю, как вы с ним это будете, можете там подождать, еще не знаю, делайте как хотите, это ваш выбор. Я вам посоветую как психолог пойти и по страху в глаза посмотреть и попробовать изменить свою жизнь, просто дайте себе срок, например, я еду на год, полгода, год, принять какую-то, короче, смените вот эту обстановку, дайте уже своему подростку то, что внутреннему, что он хочет, сепарируйтесь от общественного мнения, давления родителей, давления семьи или каких-то ваших близких родственников, кого-то еще. Наплюйте на все, что вам советуют, не прислушивайтесь, и сделайте этот поступок, который вы должны были еще сделать там, в 17-18-20-летнем возрасте. Вы пытались, вы путешествовали, пытались заниматься тем, что хотите, но до конца вы этого не сделали. Вы все равно осели, вернулись, пошли против своей воли. Я хочу, чтобы вы окончательно это попробовали сделать, пока у вас еще возраст, вам только 30, вам еще до 40 есть время это пережить, потому что на носу еще один будет потом кризис. Так что сделайте сейчас это, закончите, потом два кризиса вместе наложите, вообще тяжело.
тяжело будет, не вывезете это. Так что, да, сорваться с места, у вас пока возраст позволяет, у вас нет обременения в виде ребенка семьи, сделайте это, но, например, дайте себе в голове определенный временной промежуток, полгода, год, там, два, например, да, если я там такого-то, такого-то в карьере в чем-то там не заработаю, не достигну, я вернусь обратно. Вот что вы должны сделать. Страх потерять этого мужчину, это просто страх потерять мужчину, это не к нему относится, а к вашей общей вот этой заложенной базовой какой-то позиции, стереотипу от ваших ближних людей. Если бы это была действительно ваша судьба, и как вы его описываете, такой прям вот как он надо, ведь вы бы уже с ним были расписаны, родили бы ребенка, или там были беременны, просто хотя бы расписаны были, у вас были бы гарантии с ним насчет будущего совместного. Пока он за вас социально приемлемую вот эту ответственность в виде штампа в паспорте перед, в глазах общества и государства, он за вас эту ответственность не берет. Вы просто в отношениях. И либо вы можете сказать: так, дружок, окей, я либо сваливаю, путешествую, там, с собой занимаюсь, либо давай расписываемся, женимся, рожаем детей. Вот такой вопрос, скажем так, вам накапал. Но если вам будет страшно, вы сомневаетесь, вот в это ваше сомнение есть, что о, я потеряю, а второго такого не найду, вы найдете второго такого же, не переживайте. Такого, который будет также сомневаться, не давать вам то, что вы хотите, не будет с вами отношения вырисовывать в будущем. То я надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Вы можете просто в чем-то покопаться, что-то поняли из того, что я рассказывала, что было не самбурно. Если кто-то находит подобных каких-то кризисах личностных и всем прочим, я вам так скажу. Никогда, если у вас есть внутри какой-то позыв, желание что-то изменить, поменять, не надо бояться этого делать. Если у вас есть внутри это желание, оно не просто так у вас возникает. Значит, вас что-то стесняет, что-то неорганично происходит в вашей жизни, какие-то обстоятельства не те, и, возможно, просто знаете, как бывают истории, да, всю жизнь там жил, был, потом как-то, как будто бы сбрыкнулся, все поменял на 180 градусов, всю свою жизнь перевернул и стал счастливым. Вот оно, это желание вашего внутреннего какого-то удовлетворения все-таки своих истинных потребностей и желаний. И очень многое поведение, когда нам, просто нам стереотипно общество, социум и наше воспитание родителей навешивают очень много, как они считают правильным так себя вести, так поступать, как вот мамы наши учили, да, там, не разводиться, держаться за мужика, все-все-все прочее. Но сейчас жизнь меняется, в принципе, социальные какие-то условия меняются, женщины становятся более независимыми и все прочее. И наше поведение женское тоже меняется, несмотря на все это. Вот, так что я к тому, что, возможно, как вы живете, вас это, если не устраивает, внутри какой-то червячок сомнения живет, возможно, это не просто червячок сомнения, а действительно вы живете просто не своей жизнью, а чем-то навешанными стереотипами, и вы бы хотели жить по-другому. Что думаете по этому поводу? И были ли у вас истории, когда вы меняли кардинально свою жизнь? Если это хороший там исход интересный, пишите под видео в комментариях, пусть другие люди почитают, и им тоже это станет полезным. Спасибо за ваше внимание, всем пока.